прямой наводкой, боевыми снарядами по воображаемому противнику. Форум «Армия-2017» — это выставка военной техники на полигоне в Рощинском и демонстрация военных навыков. Посетители могли наблюдать на расстоянии десятка шагов мини-версию всем известного и популярного танкового биатлона. И решили с другом приехать из Тольятти. Очень хотелось посмотреть танки, как стреляют. Артподготовка, атака мотострелков, радиационная, химическая и биологическая разведка – показательное выступление армейского спецназа. Даже у бывалых военных от увиденного дух захватывало. Впечатления очень прям сказочные. Эмоции хлещут чересчур, даже можно сказать. Юнармейцы 118-й Самарской школы с красной глинки на форуме «Армия-2017» – гости не случайные. Большинство из них готовы родине послужить. Мечтают поступить в высшие военные заведения, проходят подготовку по программе ВДВ в отряде «Берет». На полигоне в Рощинском наяву увидели, как работает военная техника, познакомились с современным вооружением и солдатской экипировкой. Юнармейское движение было создано по инициативе министра обороны и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Создаются юнармейские отряды на базе общеобразовательных учреждений, школ, колледжей. В отряде могут быть юнармейцы с 8 до 18 лет. Чтобы пойти родине послужить в регулярной армии или в профессиональной, одного умения и физического здоровья маловато. На форуме работал военный психолог. Любой желающий мог пройти экспресс-тестирование на нервно-психологическую устойчивость и узнать, какой военной профессии он годен и можно ли ему вообще заступить на боевое дежурство. Обмануть детектор практически невозможно. Он прошел тест, и буквально через 2-3 недели мы отправляем его служить. То есть у него там ничего не изменяется, как правило. Но при прохождении части они все равно проходят профотбор, еще перепроверяются. Там более углублено, то есть их там уже по специальности направляют. Есть такое дело. Записаться в армию можно было прямо на форуме. Здесь работал пункт отбора на военную службу по контракту. А для поднятия боевого духа и патриотизма на форуме «Армия-2017» работала выставка «История Центрального военного округа в лицах». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.